студентський мер Раміль Агабеков завітав до нашої студії. Вітаю вас. Отож, вітаємо, по-перше, зі святом, тому що сьогодні усе студентство буде святкувати. А я думаю, що у вас також є декілька слів. Привітання усім студентам. Хотів би воспользоваться моментом. Сказать, что поздравляю всех студентов нашего города, абсолютно всех студентов Украины, всех студентов в мире, так как это есть международный праздник. Хочу пожелать хорошей учебы для начала и реализации себя в жизни и достижения поставленных целей для выпускников. А самое главное, что в 2017 году, как и обещают, подняли стипендию, уровень стипендии. Как все-таки планируете праздновать? Готовится ли какая-то культурная программа? Сегодня будет у нас в 5 часов, то есть у нас будет, мэр будет награждать студентов студенческими премиями. Студенческими. Также у нас на завтра готовится такой отдых для студентов мы организовываем, то есть чтобы ребята отдохнули, расслабились. То есть мы такое мероприятие организовываем, шоу-программу, можно сказать. Также вскоре мы организовываем еще с рядом людей, мы организовываем вместе студент года, масштабный проект. Просто. А по поводу студента года уже я слышал, шумят, готовятся, да, нас, как всегда, ежегодно. Да. Масштабный проект, то есть, ну, как ежегодно, но в этом году мы хотим сделать еще более масштабный, более яркий и еще с более большим количеством студентов и гостей. А по поводу сегодняшнего вручения все понятно, как бы ежегодно, это тоже традиции, самое главное, не нарушается. Но все-таки чем же студенчество на сегодняшний день? Хотелось бы узнать, какие проекты реализовываются. Потому что с последней встречи с вами, это была у меня встреча с вами в радиоэфире, теперь уже хотелось бы в телеэфире зрителям еще рассказать о проектах, которые тогда планировались, сейчас, возможно, уже реализовались. Да, на последней с вами встрече на радиоэфире мы рассказывали о планах. Сейчас я уже могу смело рассказать о том, что мы уже сделали уже. Сразу говорю, 90% из того, что я тогда рассказал, что мы планируем, мы уже осуществили, уже начали трудоустройство студентов масштабно. Я знаю, кого президентом выбирать. Я поддерживаю целиком полностью. Если 90% программы резко так. А всего лишь сколько времени прошло? Да. Ну, мы очень большими темпами это делали, то есть у нас есть такая команда, наш студмагистрат, который также мне помогал, и мы совместно, можно сказать, целыми днями занимались этим. То есть первый проект — это у нас трудоустройство студентов, мы уже официально сотрудничаем с областным центром занятости, который нам также помогает в этом, также с определенными частными лицами, бизнесменами, которые также, ну, они, допустим, нам... У нас такая вот программа, нам они звонят или там пишут, есть такие вакансии, например. Студенты, у нас есть база студентов, которые уже подали нам заявки на трудоустройство, и мы выбираем, куда они подходят. По поводу трудоустройства, это студенты, то есть которые еще учатся и готовы предприниматели их брать во время учебы, или это уже обязательно нужно окончить обучение? Это студенты, которые, в основном это студенты сейчас обращаются, которые учатся. К моему удивлению, потому что мы думали, что будут в основном обращаться студенты, которые уже закончили это, которые учатся, но у них должна быть занятость после учебы, то есть во второй половине дня. Это то немного, не вредит учебе. Да, чтобы не вредило учебе, то есть, и как бы нам сложновато в этом плане, потому что все работодатели дают работу в первой половине дня. Ну, так или иначе, все равно мы находим компромисс, максимально стараемся всем уводить, как бы, и я думаю... По поводу трудоустройства понятно, что еще за проектов уже? Проект сейчас, расскажу, что сейчас, вот буквально недавно мы масштабную акцию начали, она называется Stop Drugs MK, многие, наверное, видели, слышали, это за здоровый образ жизни. Мы призываем всех студентов к здоровому образу жизни. Сегодня, кстати, Всемирный день отказа от курения. Ну, как раз. Да. То есть мы уже провели первую бесплатную тренировку. Ее проводил я совместно с Вусалом Ахмедом, это чемпион мира у нас по ММА. Мы провели тренировку. Сейчас вскоре опять же мы планируем провести еще очередную тренировку. То есть мы хотим это на постоянной основе делать. Также очень много сейчас мысли по поводу этой акции. Мы сейчас разыгрываем также конкурс совместно с народным депутатом Украины на 10 000 гривен. Это сделать лучшее видео
против наркотиков и за здоровый образ жизни. Студенты непосредственно? Да, да, студенты и вся молодежь до 24 лет. То есть по этому проекту понятно, он долгосрочный, я так понимаю, до которого времени он будет еще? Что касается конкурса насчет видео, он до 24 числа подача всех видео. А вот что касается акции, мы максимально ее хотим вынести на масштабный уровень. Пока мы до этого не дойдем, я думаю, мы не остановимся, потому что у нас нет определенных рамок, там, месяц, два месяца. То есть мы хотим вынести на масштабный уровень, чтобы у нас самое большое количество и студентов, и просто молодежи, и просто людей поддерживали в этом. То есть принять участие может любой? Все. Любой. А по поводу информации, где это можно прочитать, увидеть? В Фейсбуке, ВКонтакте. Есть группы Stop Drugs MK. То есть... можно в СМИ зайти, ввести Stop Drugs MK, там выбьет, опять же, новости. То есть информация есть, главное ссылочки. Желание, да. В поисковике, конечно, поисковик, конечно. Помощь, да? А еще что по проектам? Трудоустройство, здоровый способ жизни? Далее вот мы, вот, как и планировали, опять же, мы создали впервые вообще в истории нашего города студенческий парламент. То есть чем он занимается, в двух словах? Студенческий парламент это является таким органом студенческого самоуправления, туда входят все главы самоуправления всех институтов и в общем вузов. Занимаемся тем, что первое у нас было заседание, вот буквально недавно пришли, мы познакомились. Сейчас будет непосредственно вестись разговор насчет определенных проектов, которые мы будем совместно воплощать. Также будем, возможно, какие-то проблемы выносить на уровень властей, то есть как это такое как промежуточное звено между студентами и властью, то есть которое может вынести, соединить, да, которое максимально будем пытаться соединить, помочь чем-то, воплотить какие-то проекты, возможно, у кого-то будут некие там, проблемы в определенной сфере, которые можно будет за счет нашего парламента. Да. А если кто-то из студентов просто захочет решить какой-то вопрос, что ему нужно сделать для того, чтобы обратиться к парламенту? Каким образом происходит механизм обращения? Вот, кстати, мне на днях звонил студент с определенным вопросом. То есть для начала просто, если есть какие-то вопросы, есть какие-то, возможно, пожелания даже, кто-то, какое-то предложение какое-то, пишите ВКонтакте, мне в Фейсбуке Рамиль Агабеков. Как бы люди мне пишут, студенты на самом деле. Я же говорю, на днях и писали, и звонили. То есть процесс идет. Опять-таки через социальные сети. Через социальные сети, конечно. Где все и зависают. Социальные сети заняли очень большую часть. Да, что-то еще по проектам есть на сегодняшний день? Может, в планах что-то? По проектам у нас сейчас, опять же, мы сейчас совместно с магистратом нашим мы хотим провести такой ряд мероприятий. Это сперва спортивные мероприятия будут непосредственно нацелены на студентов. У нас сейчас мы хотим провести футбольный турнир среди всех институтов, который опять же будет проводить. Давным-давно не проводилось такое. То есть хотим возобновить, потому что много команд футбольных есть у нас в институтах. Мы общаемся, все много пожеланий, хотим провести футбольный турнир, непосредственно выявить лучшую команду института нашего города. Также есть сейчас ведем разговор непосредственно с властями, чтобы наши студенты проходили стажировку, практику в Росполкоме и в области. То есть, это пока что в процессе, не буду ничего говорить подробнее, потому что сейчас это в процессе, я думаю, Но самое главное, что самое приятное, что спортивная любовь у вас, она воплощается в проекты, которые вы реализовываете. Это находит отклик среди студентов, самое главное. Ну и, конечно же, я думаю, что один из главных проектов – это все-таки трудоустройство. Самая болезненная тема, которая, к счастью, успешно реализовывается. Вам спасибо большое, вдохновение еще раз с праздником. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня мы спілкувалися с Рамиром Ахбековым, студентским мэром места Миколаева.